недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Я вас приветствую, меня зовут Агаси, я живу в районе Тосмур. Нашел в этом районе под ВНЖ хороший 2 плюс 1 под ключ. Этаж средний, застекленный первый балкон. Расстояние до моря максимум 400 метров до воды. Есть подземный проход к морю. Рядом есть несколько сеть магазинов. В этой стороне, за этим зданием, А101. Впереди Мигрос, Бимшок и тому подобное. Хорошая локация. До речки Дим отсюда 400-500 метров в ту сторону. Здесь строится люкс-проект. Шум через пару дней закончится, так как уже они выпрямляют всю территорию, залили фундамент. А потом будет маленький шум от железа и арматуры. Есть открытая территория, бассейн. Проект был сдан в 2009 году. Строили, застройщики были турки, но инвестора были иностранцы, Европы. Кажется, датчане или норвежцы. Квартира после европейца. 2 плюс 1. Картина хозяин заберет. Это подарок. Цена 153 500 евро. Дорогие зрители. Bosch бытовая техника в основном у них. Стиральная машинка. Посудомойка. Это фирма Эска. Вытяжка, духовка, плита. Холодильник Altus. Сторона юго-западная, если и вид, хочу сказать, что один блок будет в этой стороне, два блока в этой стороне, кажется, или два блока там, середина не закрывается, там еще строится один проект, впереди вот этого синего здания. Здесь вид на море останется, вид на гору у вас останется. Так вот. Два санузла. Две спальни. Хороший вариант. Это кнопочка для того, чтобы нагревать накопительную систему, которая находится на крыше, солнечные вот эти панели. Когда зима, солнца не бывает, вы заранее 20 минут до или 30 минут до принятия душа включаете его, он как кипятильник нагревает ту бочку. А потом обязательно выключаете, а то она может там скипятеть, лопнуть и тому подобное. И вам электричество накрутить. Здесь у нас первая спальня. Кондиционер старенький. Шкаф, посмотрим, глубокий. Да, глубокий шкаф. Здесь вторая спальня. Это у нас второй санузел полноценный, есть форточка. Здесь минимум 14-16 квадратных метров. Кондиционер в этой стороне. Все детали квартиры показал. Высота потолка 260 сантиметров. Второй балкончик. Есть генератор. Вот он там. Здесь рядом парк для детей. Территория. Спущусь я вниз. А этот должен быть 400-500 лет, точно не помню. Или 350 минимум. Также у квартиры есть своя кнопочка, которая вызывает лифт. Я вызвал, сейчас жду ее. Вышел я. Коридорчик. Лифт. Вместимый 4 человека. Нулевой этаж.
Есть пандус. Там калитка. Летом стройка прекращалась. Вот сейчас уже все начали строить везде. Везде шум и гам по всем районам. Лимончики, можно сказать, собрать со своего огорода. Надо одну попробовать. Вот красивое деревочко у нас, цветочки. Какая красота. Вот фасад здания. Все, максимальное расстояние до моря, я вам сказал, максимум 400 метров. Подземный проход, это очень важно. И их несколько, 4 или 5 проходов. Открытая парковка. Дорогие зрители, жду вашего звонка. Плюс 90 555 064 91 10. Цена 153 500 евро. Жду вашего звонка. Всем пока-пока.